Приветствую вас, уважаемые зрители канала «Рациональная нумизматика». Как часто мы задаемся вопросом в таком характере? Как бы я хотел инвестировать средства в хорошие монеты? Но нужно же очень много денег. А что делать, если у меня нету миллиардов, миллионов долларов, чтобы купить золотые или качественные серебряные монеты, старинные в слабах? В такой ситуации на выручку может прийти современная нумизматика. В нумизматике любых стран есть монеты, которые с самого момента выхода есть очень хайповыми и популярными. Как раз сегодня я расскажу о одной из таких украинских монет. Эта монетка будет 5 гривен, выполнена из нейзильбера и тираж у нее 50 тысяч штук. В момент выхода эта монета стоила 100 гривен. Или же в доллары переведу для зрителей из других стран около 2,5 долларов. Вы на своих экранах видите одну из самых хайповых и популярных монет на украинском рынке. Не из серебра и не из золота, это военная разведка Украины. Здесь эмблема этой службы, сова, девиз, который означает, что мудрые будут править над звездами. С этой стороны мы можем видеть номинал, надпись «Головное управление разведки», 2023 год. И такая монетка на сегодняшний день продается уже от 650 до 800 гривен. И на нее дикий ажиотаж. Как в группах, так в Фейсбуке, так и на Виолите, на любых площадках. Тираж 50 тысяч штук является не очень большим для такого рода монеты. Многие люди собирают монеты подобного формата, которые посвящены другим родам войск. Силы ППО перед этим были. Перед этим были ДШВ, десантно-штурмовые войска. И сами вы знаете, что в Украине сейчас идет война, широкомасштабное вторжение, и в связи с этим все, что связано с войной, является суперпопулярным. Потому такая монета из вложений, если вам удалось купить на сайте или в НБУ такую монетку, грубо говоря, за 100 гривен, за 2,5 доллара, сейчас она стоит от 15 до 20 долларов. На этой теме кто только не нагрел руки. Были ушлые ребята, которые бегали в областях по всем банкам, разным маленьким коммерческим, выкупали эту тематику, выкупали эти монеты по 12-15 штук и моментально их в начале пути роста цены этой монеты реализировали по 400, по 500 гривен, а сейчас цена 650, а то и 800. Я видел даже проходы около 1000 гривен. То есть вы можете представить, нейзельберовая тематика, вот, не серебро, не золото, монета, конечно, военная, но люди массово кидаются в покупку таких монет. Они супер популярны, хотя я хочу всех предупредить, юных друзей, которые хотят заработать миллионы, миллиардов денег, что это может быть хайповая тема. Сейчас все, кому надо, ее купят, и цена пойдет на спад. Такое уже бывало с разными монетами. Конечно, украинская тематика монеты Украины я очень люблю. Серебряные монеты, есть красивые золотые монеты, но к монетам из нейзильбера, то есть из неблагородного металла, нужно всегда быть аккуратным и внимательным, чтобы не купить монетку, которая на хайпе взлетела в космос, потом всех, кому надо, докупили, и она обвалилась. То есть я всегда сначала, конечно, если удается заказать, покупаю эту, а если не удалось купить сразу же по цене НБУ, жду какое-то время, чтобы остыл ажиотаж, чтобы народ, кому нужно, закупился, а потом я себе спокойно свою коллекцию приобрел подобную монетку. Она очень неплохо выглядит даже. Сами можете представить, по разным родам войск монеты с определенной символикой, с эмблемами, они выглядят красиво. Люди такое сейчас собирают и на подарки просят. То есть у кого есть родные, знакомые, военные, сейчас они почти у всех есть, все люди эту тему как бы мониторят. Так вот, я вам рассказал об этой монетке. Думаю, вам будет полезно, особенно тем людям, которые сейчас в Украине могут такое приобрести. У кого есть выходы где-то в коммерческом банке найти подобную монету, пользуйтесь, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии. Мне будет интересно почитать ваши мысли. Есть коллеги, которые в Украине супер подкованы украинской тематике, расскажут больше. Мне самому интересно почитать, что вы думаете о перспективах данного экземпляра этой монетки. Но я и дальше буду вам подыскивать хороший материал, рассказывать о новых монетах, современных, старых, любых. Пожалуйста, не забывайте лайкать это видео, подписываться на канал. Ну а я и дальше буду для вас снимать хороший, позитивный контент в это трудное время. По традиции пожелаю всем крепчайшего здоровья, нумизматической удачи
Мира и добра всем нам. До свидания, уважаемые зрители.